А 15-го они не стушевались и сами своими силами тушили в шахте пожар. Прошло вот буквально несколько дней, и теперь мужа моего нет. И все об этом знали, что там, они вон говорят, Роспотребнадзор все проверял. И что там они проверяли? Этот метан, он давно там зашкаливал. Мой муж с Звеневым ходил, у него до груди вот здесь был датчик. Он говорит, он пищит, я его водой намочу, чтобы он не пищал. И даже работали. Вот в каких условиях шахтеры работали. Скажите, пожалуйста, как это происходит? Мой муж Пиялкин Борис Дмитриевич, у него 30 лет стажа, он умер в этой шахте. 30 лет.